Я вот иду и думаю, если телевидение в свое время подарило человечеству такие же возможности, как и сейчас дарит нам интернет примерно на таком же уровне, то следующая технология какого же масштаба будет, если вот чисто так вот спроецировать телевидение и интернет? Что дальше? Ну и у меня ничего лучше, кроме нейроинтерфейса, нет. То есть речь уйдет в небытие, как таковая. И гаджеты с экранами тоже.